Всем привет! Пришла сегодня вот посылочка с Китая долгожданная. Это у нас катушка для спиннинга. Заказывал я серию 3000. Хотел сразу тысячную маленькую, потом две, потом все-таки посмотрел отзывы и советы людей и решил взять 3000 сразу. Катушка стоила $15. Ну там с копейками, наверное, еще 30 центов или сколько. $15 катушка, и на нее хорошие отзывы были. Некоторые люди даже по два раза заказывали. Фирму я не помню. Сейчас достанем, посмотрим. Стоила она 15 на сайте AliExpress. Оценили посылку $8. Уже у нас в Беларуси сегодня пытается пойти снежок мелкий, мокрый. -1. Было уже и до 8 мороза. На воду неохота что-то лезть. Так что, наверное, все-таки мы ее испытаем в том году. Хотя с такими зимами, как у нас сейчас, может даже еще и в этом сплаваем. Ладно, будем распечатывать. Упаковочка, конечно, хлипенькая. Раньше тянешь этот пластик, какой-то порвать нельзя, а это вот легко-легко рвется. Будем надеяться, что она прошла целая. Наклеили скотч китайцы. Вот я купил. Китайская катушка. Китайский фотоаппарат. Также китайский нож. И китайский прожектор. Все с Китая. По весу коробочка так немного увесистая. На посылке 358 грамм. Это 358 вместе с этим упаковкой. Так, открыл. Еще вот его. Скотча не пожалели. Конечно, упаковку можно было получше сделать. Но китайцы тоже экономят малость на пересыле. Такая вот упаковка, пленка. Розовая и сердечками. Еще такое не приходило ни разу. Такая вот катушечка красивая. Визуально в пакете видно сразу, что целая вроде бы, не поломали наши транспортные компании. На таможне она у нас в Беларуси провисела, наверное, всего лишь 2 дня. Раньше долго висела, а это быстро. Ну такая катушечка красивая. $15, это получается 30 рублей белорусских, ну там с копейками. Если брать Россию, это 1000 России. Короче, за 1000 России катушка неплохая. Это верхний фрикцион отжатый был. Трещотка работает на фрикционе. Ручка, гляжу, быстро откидная, неплохая такая. Здесь вот кнопочка. Кнопочка. Нажал и отбросил. Ничего крутить не надо. Ну, такая катушка. Красивая и увесистая. Посмотрим в деле. Походу сейчас попробуем.
крутится мягко вроде бы. Сейчас. Мягкий, плавный, хороший ход. Вот так крутанул она. Крутилась только что. О. Ничего не шумит, не трещит. Ну, за свои деньги выглядит неплохо. И сама по себе красивенькая. 13 плюс 1. Это подшипники у нас. Фирма у Юмоши. Или как она читается? Юмоши вроде бы. Юмоши фишинг. По леске у нас идет 0,20 сюда 270 метров. 0,25 200. 0,30 140 идет. Серия XF 3000, как и заказывал. Передаточное число 5,5 к 1. В описании эта катушка вроде бы полностью металлическая. И шпуля, и сама, и корпус сам. Не знаю, металл это или пластик. Царапать не буду, проверять. Похоже на металл тяжелое. Или из-за подшипников тяжелое, или просто что это. Интересно, конечно, пластик это или металл все-таки. Или только краска такая под металл. Ладно, сейчас проверим с вами. Не критично, вот тут чуть-чуть царапнем. Писали, что металл. Да, металл. На камеру не видно, наверное. Вот так вот. Металлическая. Не обманули китайцы, что редко бывает. Держатель такой. Тонковатый здесь, конечно. Но думаю, если это не силумин, то не сломится. Но если силумин, то можно и сломать случайно. Выключатель. Аверс, реверс. Так, это включен. В один бок проворачивается. Переключаем. В две стороны крутится. И по качеству и по деньгам катушка хорошая с виду. Сейчас мы еще ее от это снимем шпулю, глянем, что там в системе тормоза. Ссылку, где я покупал в магазине, в каком, я оставлю под описанием видео. Вот крышечка у нас. Такие шурупчики торчат. Ну, шурупчики, конечно, закрученные так. Можно поджать будет. Здесь у нас видно немного смазки. Далее смотрим. Зафиксированы, короче, на шпинделе, где вот бронзовая гайка, это зафиксирован он шурупчиком таким. Ну, вроде бы ничего. Так. Будем пользоваться. Я повторюсь, за 30 рублей. За 15 долларов у нас в Беларуси можно купить только, как вам сказать, на трех подшипниках пластмассовую туфту и все.
Это где-то 7 долларов, 10 долларов. Катушки у нас пластиковые, с минимальным количеством подшипника. А здесь, если написано, что на катушке и соответствует, что внутри, то, думаю, будет по качеству хорошая. Она такая тяжелая для веса, для самой катушки. Небольшая, но тяжелая. Так что будем думать, что там есть все-таки металл лишний. Ну и красиво выглядит. Так вот, ручка поджимается. Еще в дороге идет этот палка. Тестом от 5 до 30 грамм. С двумя верхушками. Заказывал я катушку, палку под нее и леску, плетенку. Хотя у меня есть плетенка зеленая, но я заказал желтую. Будем ловить судака на джих. Да, заказывал катушку именно и палку для джига. Так как уже все мои старые снасти поизносились очень сильно, что поломалось, катушки уже прошли столько, что выбрасывать пора, решил немного я обновить арсенал. Ну, катушка мне понравилась с вида, и с вида, и приятная такая по формам и по конструкции. Ну, посмотрим, что покажет рыбалка на рыбалке. Как она что леску улаживать будет. Самое главное. Ладно, на этом я буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пути еще много рыбацких разных девайсов. Ветлюгов там заказывал я, короче, ветлюгов, сетников, крючков, приманок разных, лески, карабинов. Будем в этом сезоне заниматься плотной рыбалкой. Всем удачи. До свидания.